В районном центре культуры и досуга состоялась торжественная церемония вступления Валерия Венцеля в должность главы Ленинского района. На мероприятии были приглашены представители правительства Московской области, представители депутатского корпуса предприятий и учреждений, общественных организаций, духовенства, жители муниципалитета. Под звуки встречного марша знаменная группа внесла в зал государственный флаг Российской Федерации, а также флаги Московской области и Ленинского района. Председатель Совета депутатов Ленинского района Станислав Радченко зачитал решение Совета депутатов Ленинского района об избрании главы района. Избрать на должность главы Ленинского муниципального района Московской области Валерия Николаевича Венцеля. После чего для принятия присяги на сцену вышел избранный глава Валерий Венцель. Вступая в должность главы Ленинского муниципального района, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Московской области, Устав Ленинского муниципального района, уважать и защищать права, свободы человека и гражданина, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Ленинского муниципального района Московской области. Затем со вступлением в должность Валерия Венцеля поздравил председатель районного совета депутатов Станислав Радченко и вручил ему должностной знак главы Ленинского района. Поздравительный адрес от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева зачитал заместитель председателя правительства Московской области Александр Костомаров. Уважаемый Валерий Николаевич, примите мои искренние поздравления по случаю вступления вас в должность главы Ленинского муниципального района. Активная поддержка вашей кандидатуры коллегами-депутатами свидетельствует о признании ваших профессиональных качеств. Уверен, что высокая компетентность, многолетний опыт работы во главе Совета депутатов района, умение видеть проблемы и решать их в интересах людей помогут вам внести достойный вклад в развитие территории. После ряда поздравлений слово взял вступивший в должность глава муниципалитета. Я в полной мере осознаю всю глубину ответственности, которая возлагается на меня на этом посту. Ответственности не только за деятельность районной администрации, но и за развитие всей нашей территории. За судьбы и интересы каждого жителя муниципалитета. На этом торжественная церемония была завершена.